Привет, ребят, девчат. Подруга жены с детства, со школы, с района. Вот дилерская дала ей тачку на неделю или что-то в этом духе, ну, может быть, меньше, покататься. Это что-то новое, потому что, наверное, хотят конкурировать с этой караваной, которую я свой гольф купил, да? Такой интересный мини. Не очень мой стиль, но все равно классный очень. Мне нравится. Вот такой красавчик. 18 штук с пробегом. Что-то в этом тоже, по-моему, 18 тысяч. В общем, классная тачка. Что тут внутри? Нульсон практически. Сидушка не просиженная. Стептроник должен быть, по идее, да. Такая вот резина Нульсон. Ну что там, она 17-го года, да. Ну, такая вот малютка, но единственное, что детали, еще есть гарантия и много всяких можно. Качество, конечно же, BMW этого мини крутое, но когда они начинают ломаться до где-то до 80, они еще походят, а вот после этого надо сразу их это самое сбрасывать. Насколько я это все в последнее время врубаюсь. Вот такие дела. В одних руках была. Посмотрим, скорее всего, купят. Там с financing, с небольшими деньгами вперед, где-то по 300 баксов, наверное, потянет. Все, давай, ребят, как у вас популярный мини, пишите, очень интересно. Успехов!